скрытой угрозой с Николаем Чендяйкиным. Что мешает нам спать? Почему бессонница становится серьезной опасностью для человечества? И можно ли справиться с этой напастью? Соглашение ВУНОУ. Как 30 лет назад США попытались лишить Россию ядерного оружия? Нам фактически был навязан договор. Где у него кнопка? Чем опасны новые роботы, которые скоро поступят в армию США? Означает ли это, что американцы обеспечили себе преимущество? Скрытые угрозы. Давайте разбираться. В понедельник в 19:40.